В рейтинге градоначальников ивановский мэр на 69-м месте. К таким выводам пришли эксперты Центра информационных коммуникаций совместно с представителями финансового университета. Всего в перечне 88 позиций. Владимир Шарыпов оказался в хвосте списка. Впрочем, положительная динамика все же есть. В предыдущих выпусках рейтинга он был на 70-м и 72-м местах. В исследовании принимали участие главы столиц всех субъектов, а также руководители крупных промышленно-экономических городов. С объективностью ранжирования можно поспорить. Оценку деятельности мэров давали представители разных профессиональных и социальных групп, которые не всегда компетентны в вопросах политики. Напомним, что Владимир Шарыпов находится на посту главы Иваново чуть более полутора лет, с ноября 2016 года.